Так. Шел вот, ребята, и нашел вот такой интересный дом. Обратите внимание. Город Ейск. То есть какие интересный дом. Вот такие здесь орнаменты. Очень высокий цоколь. Привет, Сева. Очень интересные вот эти кресты. Так, город Ейск, ребята. Смотрим. То есть, смотрите, 1848 год. Основание. Смотрите, какие огромные цоколи на домах. То есть, вот, не знаю, какого он года постройки, но цоколь огромный. Как бы так и должно строиться. Во избежание затопления. Пойдем потихоньку. Так, смотрим, ребята, опять, видите, вот, высокий цоколь, вот там вот окошечки, видите, это, ну, явно цокольный этаж, а вот еще одно здание, это до, видать, построено, потому что, обратите внимание, какие маленькие двери. Дверь, это даже меньше человеческого роста они. И тут же окошко. Вот. Цокольный этаж. Вот, значит, вот нормальные двери. Видите, да? Для чего вот эти маленькие дверки, непонятно. Так, поехали дальше. Следующий дом, ребята. Сева. Следующий дом, ребята, вот с такими окошками. Здесь, значит, вот как строилось. Видите, да? Окна по самой земле идут. Ну, явно, что это было не так не предназначено. Город Ейск, улица Коммунаров. Очень.
Смотрим, ребята, вот сюда. Город есть, Коммунаров 8. Это центр. А блядь, если брать высокий цоколь, видите, да? Вот они, цокольные окошки. Подожди. Вот они, значит, такие вот ворота сделаны, ребята. Как бы старинные петли. Все вот такое мощное, старинное. Видите, то есть, как бы даже не знаю. Скорее всего, делаю вывод, что потоп этот город не затронул. Или, может быть, он построен после потопа. Дата постройки города есть, 1848 год. О, пап, тут какие-то полки. Кто? Полки. Так. Вот, значит, еще один дом, ребята, смотрите. Еще 1890 год. Цоколь высотой не отличается, но рядом дом, цоколь большой, обратите внимание. То есть смотрите, на этом как окна низко, и рядом дом, обратите внимание, как высоко окна вот в этом рядом доме. Сегодня 19:30. Дом офицеров.